Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. З 23 липня по 8 серпня у столиці Токіо триватимуть Олімпійські ігри. І беруть в них участь представники з 205 країн світу. Тож, які шанси має Україна та Дніпропетровська область, дізнаватимемось від гостя, який прийшов сьогодні до нашої студії. Це виконавчий директор Олімпійського комітету Дніпропетровської області Олександр Дюбаков. Раді вас бачити. Пан Олександр, і вже частину спортсменів відправили, так, частина лише долітає до Токіо, і ми, звичайно, за них вболіваємо, тримаємо кулачки і думаємо, аби більше перемог дісталося саме Україні. Тож, які шанси цього року і скільки спортсменів вдалося відправити? Ну, во-первых, я хотел вас поблагодарить за то, что вы пригласили, за тот интерес, проявленный к спорту, к Олимпийским играм предстоящим. Как исполнительный директор Олимпийского комитета, ну, это приятно, знаете, когда пресса, СМИ, мы, думаю, все в такой одной плоскости, это интересно обществу. Вот, поэтому еще раз спасибо за спорт, это же очень важно. Да, да. Вот, и возвращаясь к вашему вопросу, в этом году от Украины беспрецедентно низкое количество участников. Это 158, при том, что мы, начиная с 1952 года, когда наши олимпийские, ну, спортсмены участвовали в Олимпийских играх и не пропускали ни одной Олимпиады, вот, и в том числе представители Днепропетровщины. Так вот, начиная с 1952 года, это самое низкое количество участников от Украины. Так? Ну, здесь вопрос, я думаю, такой комплексный. Ну, в первую очередь, я думаю, это дефицит тренерских кадров, которые разъехались, кто-то постарел, кто-то уже там ушел из жизни. Мы же понимаем, это жизнь, и как бы все изменяется. Это вопросы спортивной инфраструктуры, на которую там начали обращать внимание, там, пару-тройку последних лет, может быть, более-менее и так. Я проанализировал, так, ну, у нас в нашем регионе, да, какие-то там открывали стадионы, поля, там, дворец игровых видов спорта, вот в этом году Олимпийский дом. А если взять срез по всей Украине, какие еще знаковые объекты были открыты спортивные за эти 4 года? Лучше закрываются, и, так, и погано финансируются. Приходят в негодность, закрываются, как-то не по правильному используются, не в нужной плоскости. Поэтому вопрос комплексный, и он, наверное, отражает всю ситуацию нашей, состояние нашей страны и отношение наших руководителей, наверное, в целом к спорту. А як ви думаєте, Україні потрібні спортсмени, так? Потрібні перемоги. Треба, щоб Україна звучала, так? Ну, хоча б знакові такі були обличчя, яких ми знаємо, і світ дуже пишається тими чемпіонами, які були от протягом тих усіх років, так? Але зараз ось так чомусь сталося. І це, ну, з одного боку прикро, з іншого боку треба щось робити, і можливо, зусиллями загальними ми зможемо якось вплинути на ситуацію. Як ви думаєте, спортсмени самі, вони можуть что-то сделать в данной ситуации? Ну, смотрите, вы правы про то, что о том, что, ну, отношение к спорту такое, и вы правы, что на международной арене, вот во всем мире, да, такой геополитический, если взять средства, наверное, спорт, наши спортсмены, наши олимпийцы, это одни из тех людей, которые находятся, есть самыми узнаваемыми, и благодаря которым мир вообще знает, что такое Украина. Ну, я не буду назвать фамилии, все знают, да, все знают, подряд их называют на всех эфирах, программах и так дальше. Вот, боюсь кого-то обидеть, знаете, потому как тонкий вопрос. Вот, поэтому я на самом деле удивлен тоже таким отношением к спорту. И вот еще один немаловажный фактор, и как раз на него могут иметь влияние спортсмены, наши олимпийцы прошлых лет, настоящих лет, это то, чем мы занимаемся, это максимальная популяризация спорта в обществе, особенно в молодежном обществе, потому что последние годы, ну, очень мало, скажем, молодых спортсменов приходят в секции, приходят в виды спорта, пополняют наши
состав наших сборных, юношеских, олимпийских и так дальше. Вот, поэтому, то есть спорт становится, что ли, немодным в сфере молодежи. И как раз так. Вот эту тенденцию мы можем изменить и пытаемся изменить, и проводим все наши мероприятия, которые направлены на максимальную популяризацию видов спорта, федерации, узнаваемость олимпийцев. Вот у нас даже в нашем таком Днепропетровском отделении НОК есть такой негласный девиз: спорт – это модно, мы его всегда используем, всегда на всех мероприятиях, ну так, пропагандируем, распространяем, вот, и через спорт пытаемся, через наших олимпийцев, в общении с молодежью, с подрастающим поколением, привить эту любовь к спорту, к заняттям, любыми видами активності. Ви знаєте, пане Олександр, от я взагалі не уявляю, як може людина жити без спорту. От це, от взагалі, мені вважається, що будь-яким спортом, кому що подобається, у кого до чого є хист, душа лежить і так далі. Але не займатися взагалі, ну то якось, знаєте, дивно. Але це повинно ж бути сформовано, і треба, щоб людина розуміла, спорт, великий спорт – це одна справа. Займатися просто для себе – інша справа. Зараз багато людей переходять вже до такого ЗОЖ, здорового способу життя. Хочуть жити здоровими, хочуть набиратися сил, але якось ставляться до цього не дуже. Ну, я маю на увазі, що є секції, які розраховані на власний потенціал, так? Але вони менше працюють над тим, щоб це приносило користь державі, приносило користь світові і так далі. Ну, люди займаються як би для себе, да, так, да. Більше, ну, я думаю, це теж не найхудший варіант, тому як ти можеш займатися условно настольним тенісом для себе, ну, где-то проявити себе во дворі там на обычном там, може, деревянном столе. Може, ти будеш кращим. Да, і тебе увидели, заметили, или у тебя получается, ти дальше пішов і куда-то вже, ну, і вже тренуєшся професіонально. Тобто, я думаю, це все одно як перша ступенька к заняттям і большим спортом в тому числі. І навіть якщо буде великий процент занимающихся вот просто во дворах, на площадках, даже для себя, как вы говорите, это все равно будет уже хорошо и уже здорово. То есть мы, может, не будем иметь большое количество прям профессиональных спортсменов или там олимпийцев, но мы будем иметь здоровых людей, здоровое молодое поколение. Хотя бы так. Вот, угу. Да. Поэтому так, вот как раз и в этом есть наша задача, одна из основных задач областных олимпийских комитетов, чтобы прививать эту любовь, эту культуру нашему, кажется, обществу. А, пан Олександр, з приводу тих спортсменів, які вже прибули, що вони говорять, які враження, як Токіо приймало? Ну, на сьогодні із 9 спортсменів, які представляють Дніпропетровщину на Олімпійських іграх, в Токіо прибули 2 спортсмена, вже 3. 3 спортсмена, це Богдан Нікішин, фехтування, это Мария Улитина и Денис Кесель. Мария Улитина – бадминтон, Денис Кесель – плавание. Они чуть раньше прибыли. Богдан Никишин вот только вчера или на днях туда приехал. Таким образом построена работа олимпийской деревни, чтобы не все сразу съезжались. А программа Олимпийских игр, ну, и традиционно, и сейчас в особенности, составлена таким образом, чтобы разграничить виды спорта. То есть порядка 8-9 видов спорта сейчас прибыло, и постепенно, по мере того, как программа будет развиваться, ну, продолжаться дальше спортивная программа, и будут добавляться другие виды спорта, какие-то, которые пришли вначале, уже будут заканчиваться, и будут люди таким образом друг друга менять. Вот на сегодня, вот я же говорю, наши представители – это плавание, фехтование и бадминтон уже в Токіо. І ще один наш представитель, це теж такий, так скажемо, унікальний случай на сьогодні. Я думаю, що така буде тенденція далі продовжена. Це арбітр міжнародної категорії по тхе-кван-до Андрій Старков, наш дніпрянин, який обслуживає вже длительне час різні міжнародні соревнования. Його робота була замечена. І він також був приглашений в качестві одного із рефері обслуживати ігри, олімпіади в Токіо в качестві рефері. Вот. Да, поэтому у нас не только спортсмены, но есть и другие представители. Участники, да, да, звичайно. И кроме этого, чемпионка Олимпийских игр 2012 года по академической гребле Анастасия Коженкова. Она тоже сегодня, вот буквально полчаса назад, прислала сообщение, отчиталась. Прибыла в Токио, вот, но пока еще получает багаж, проходит контроль и все остальное. Вот, и будет направляться в Олимпийскую деревню. Скажу по секрету, и
в принципе, уже с вашей спортивной редакцией я уже успел пообщаться. Мы пригласили уже их на завтрашнее мероприятие, это на торжественное поднятие флага, завтра в 9:15, это будет возле Олимпийского дома, так что если есть желающие, пожалуйста, приглашаем, думаю, будет интересно, будут олимпийцы, такое мини-мероприятие, и после этого в 10:00, ориентировочно по нашему времени, мы планируем связаться в прямом эфире с Коженковой, с другими представителями, если получится, вот, и, значит, узнать с первых уст, как происходит... Как там все происходит? На сегодня могу сказать, я через средства электронной связи получил информацию от Дениса Кеселя. Он находится в пригороде Токио, в городе Осака. Значит, там у них такой не тюремный, как сказать, режим такой, режимный такой, прям объект такой, да. Они чуть ли не с черного входа там выходят из гостиницы, значит, едут в этот центр подготовки, в бассейн. Там проходит тренировку, и то же самое там, сопровождение там, местных ребят через черный вход, то же самое после тренировки их заводят в этот отель. Повертаются назад. Да, да, потому что на самом деле уже около 10 случаев зафиксировано заболевших коронавирусом, в том числе, по-моему, если не ошибаюсь, около 4 или 5 спортсменов. Поэтому на каждом углу средства дезинфекции, на каждом углу маски, на каждом углу ПЦР-тесты. И мне вчера тоже там бадминтонистка Мария Улитина там же присылала фотку, и в принципе есть она в социальных сетях уже. Прямо написано там «Страна Украина, бадминтон, Мария Улитина», и прям целый пакет на все время пребывания, чтобы каждый день делать ПЦР-тест, вот этот, то ли, как он там, быстро этот ПЦР-тест. По каждому дню, сколько она там будет пребывать, расписано прям, и ты каждый день должна там по протоколу сделать этот тест, там, не знаю, і здати організаторам. Бачите, так, цей рік такий видався після такого минулорічного проблемного року, так, вже зараз всі хвилюються і турбуються про спортсменів. Звичайно, хочеться, щоб вони повернулись здоровими, щоб ніхто там не захворів. І да. Це дуже серйозно. Ви ж теж треба вчитувати, що всі спортсмени, вони пройшли вакцинацію. Тем не менее, есть все равно заболевшие. Поэтому, может быть, кто-то из делегаций, членов делегации, в общем, это же понятно, люди общаются между собой. Може, поки летіли, справді, може бути все, що завгодно, але тут ніхто не застрахований ні від чого. Хочеться просто, щоб все пройшло добре. Все буде транслюватися, і ми зможемо побачити і слідкувати за перебігом подій, які там будуть відбуватися. Але кажуть, що взагалі кожного разу, коли були Олімпійські ігри, то спортсмени розповідають, що там така атмосфера дуже доброзичлива. Всі живуть однією родиною. Олімпійська деревня одна. Спортсмени, всі хочуть один одного підтримувати, незважаючи на те, що конкуренти нібито так, з різних країн всі хочуть виграти, але ось є такий дух перемоги. На самом деле, я понял, о чем вы говорите, конкуренты, они на спортивных площадках. Как только они оттуда выходят, они все друг с другом там общаются, как с обычными коллегами, потому что все спортсмены, да, если там Ярослава Могучих прыгает в высоту, условно, она на секторе, она все для нее там враги и соперники. А после этого она спокойно там и обнимается, и фотографируется со всеми. Ну, я думаю, что, в принципе, наверное, так и должно быть такая обстановка. Які шанси? На що розраховуємо? Так, щоб нічого зараз не говорити поки що, але приблизно. Я вам нічого не скажу. Приблизно. Сейчас. На самом деле, смотрите, если проанализировать последние результаты, особенно в легкой атлетике, Михаил Кохан стал чемпионом Европы среди молодежи с большим отрывом, там больше 3 метров, и установил недавно свой личный рекорд. Ярослава Могучих на последнем старте установила рекорд сезона, 2:03 прыгнула. На предпоследнем. Последний был чемпионат Европы молодежный, она его тоже там легко выиграла. Причем для этого ей понадобилось там 2 прыжка всего. И остальное она уже прыгала для того, чтобы там рекорды новые установить этих чемпионатов. Вот. Анна Рыжикова-Ярощук
тоже от нее много там кто не ожидал уже, может быть, еще что-то, но она сейчас максимально тоже готовилась, были созданы все условия, и она тоже установила новый украинский рекорд в беге на 400 метров с барьерами, национальный рекорд, который держался 17 лет, и она его переписала, и тоже мы надеемся на медали. Вот, поэтому, ну, это Олимпийские игры. Там и пятый, и шестой номер может. Тут, мне кажется, больше там максимальная техника у каждого. Мастерство у каждого. А вот психология, наверное, будет выходить на первую какую-то план, на первую роль. Настрій, можливо, да, так? Да, стан свій, просто стан здоров'я, да, тому що зараз... Поэтому, если просто анализировать последние результаты, вот я вам назвал легкую атлетику. Никита Нестеренко, метатель диска, тоже установил свой рекорд и тоже там метнул, по-моєму, за 80. Ну, бачите, спортсмени, вони вже перемагають себе, тобто їм рівних немає. Так, вони перемогли усіх, тепер вже просто працюють над тим, щоб покращити власні результати. Це дуже добре, тому що Україна відправляє кращих, звичайно. А скільки обходиться один спортсмен області, наприклад? Ну, це можна сказати, чи вони за свій рахунок теж щось додають зі своїх коштів? Ну, смотрите, наскільки я знаю, ну, я точно не знаю цифри, скільки обходиться там участь одного спортсмена. Я даже приблизительно не назову, но Япония вообще не дешевая страна. Япония вообще не дешевая страна, туда там перелет один, там, может, 1200-1500 евро стоить в одну сторону, как бы, да, то есть плюс там какие-то вопросы проживания и всего остального. Естественно, что это все недешево. Вот, я скажу о том, что наши спортсмены на этапе подготовки, это беспрецедентный тоже случай за последние годы, когда про наших спортсменов-олимпийцев вспомнили не когда уже завтра Олимпиада, там, или за месяц, да, или никогда не привезли медали, и тут все надо ордена повесить. Нет, в этот раз было совсем по-другому, и там приведу пример, те же легкоатлеты, там, и Могучих, и Кохан, и Рыжикова, и Никишин. Все спортсмены, наши ведущие, вот я говорю про Днепропетровскую область, имели максимальные возможности и все необходимые возможности для даже не полететь, а для подготовки к Олимпийским играм. Угу. Вот я могу привести, да, были созданы максимальные условия и со стороны Министерства молодежи и спорта, и со стороны областного совета, и со стороны управления спорта и со стороны Национального олимпийского комитета, для того, чтобы все заявки были собраны от тренеров, и все пожелания спортсменов были учтены, и для того, чтобы они могли максимально подготовиться, вот я могу привести цифры, вот если в году 365 дней, то на протяжении, ну вот если брать от сейчас и год, да, с прошлого лета и до сейчас, до нынешнего времени, ведущие спортсмены находились на сборах, на заграничных сборах, на каких-то специализованных подготовках, где-то на восстановительных процедурах. То есть именно что было направлено на подготовку к Олимпиаде, больше, чем 250 дней. То есть две трети из года они, по сути, не находились в Днепре или находились, ну, на конкретно сборах, на, конкретно работали на подготовку к Олимпийским играм. И были созданы и со стороны нашего училища, это училище по-старому, сейчас Фахового колледжа спорта, и со стороны школы высшего спортивного мастерства, и, как я говорю, уже областного бюджета, были созданы максимальные условия для того, чтобы спортсмены максимально подготовились. Я не буду называть цифры, они на самом деле большие, вот, но опять же, это, я думаю, окупится не количеством, а качеством. Зараз лише задача готувати нових спортсменов. Спортсмены не задумывались о том, как им найти деньги или тренеру для того, чтобы ехать на сборы, они просто ехали, и эти все вопросы были закрыты, поэтому, я же говорю, это такой первый беспрецедентный случай, и надеюсь, что они все сделали как надо и получили возможность. А что касается маленького количества, ну, я тоже там приведу цифры. В Лондоне в 2012 году у нас было 30 спортсменов из Днепропетровской области. В Рио было 15, в 2016 году и сейчас 9. То есть прогрессия не впечатляет. Вот, поэтому... На наступний рік, ну, я маю вже, на увазі, наступного разу хотілося б, так, щоб спортсменів було більше. Ну, во-первых, хотілося б більше, і я думаю, їх буде більше, тому що все одно ті спортсмени, які зараз поїхали, вони вже плюс-мінус возрастні. І все одно йде омоложення, як Могучих, як Кохан, йде омоложення состава. Я думаю, що воно ще буде відбуватися і в інших видах спорту. Вот. Ну, а там, де ми не добрали, це плавання, Говоров,
лидер сборной и не смог выполнить норматив, а не поехал на Олимпиаду. Это яркий пример академической гребли, где у нас постоянно были участники, чемпионы и призеры, то есть традиции максимальные. Это у нас и дзюдо, и другие виды спорта, там стрельба та же у нас постоянно, мы готовим кадры в олимпийскую сборную. Ну, все эти види спорту, ну, многі другі, не можу зараз. Ну, так, ще є час. Ще є час підготуватися. Так, за ці роки можна зробити вже достойну. Тому вже зараз можна создавати условия, создавати якісь моменти, проводити совещання, розробляти плани підготовки, щоб на наступні Олімпійські ігри в Парижі в 26-му году мы уже имели уже сейчас план подготовки и были представлены команда, так, да, звичайно, з України, щоб було не так, як цього року, так, а щоб хоча б трошки більше було спортсменів. Ну а зараз хочемо побажати їм перемоги, звичайно. Конечно. Ми вболіваємо за них, за усіх наших спортсменів. Дуже дякуємо вам, пане Олександре, що прийшли до нашої студії, спасибо, знайшли час і вже хочеться, щоб завтра все відбулося на найвищому рівні. Да, ми будемо також в Олімпійському домі планувати, я так немножко анонсирую, такі на фінальні, на самые такі інтересні виступлення наших спортсменів, як, ну, я так називаю, фан-зони, включення теж із Токіо, тобто прямі ефіри, будемо приглашати представників федерації, тренерів, хто може компетенції прокоментувати, хто як там технічно, хто ще з каких-то сторон, будемо приглашати пресу обов'язково, будемо приглашати наших олімпійців прошлих літ, тому будемо робити так інтересно, от, я ж говорю, з відкриттям Олімпійського дому, я думаю, що этот весь процесс развития олимпийского движения, он такой вдохнется в него новая жизнь, и этот Олимпийский дом станет таким олимпихабом, который объединит всех вокруг спорта и олимпизма. Так, і будемо розвиватися, звичайно, в спорті треба це робити, тим більше в Україні стільки багато нових облич, нових молодих спортсменів, яким треба тренуватися для того, щоб поповнювати ряди міжнародних вже чемпіонів. Дуже дякуємо вам, Олександр, пане Олександре. Спасибо. Бажаємо всім успіху, удачі, нехай буде везіння, щоб наші спортсмени перемагали. Тож слідкуємо за Олімпійськими іграми, ну і, звичайно, не перемикайтеся, зустрінемось за декілька хвилин.